Спустя почти 90 лет открыл свои двери для прихожан и восстановленный Спасо-Преображенский собор в Твери. Первые ежедневные службы там начались с 31 декабря. Это событие проанонсировал в преддверии новогодних праздников губернатор Игорь Руденя. Сегодня собор открыт. Там проходят богослужения утром и вечером. На одном из них побывала и наша съемочная группа и выяснила о дальнейших этапах возрождения святыни. Открытие Спасо-Преображенского собора, пожалуй, стало для тверичан большим новогодним подарком. Без малого ждали возрождения святыни, уничтоженной большевиками в середине 30-х годов 20 века почти 90 лет. С 31 декабря двери собора открыты для прихожан. Здесь проходят утренние и вечерние службы, возобновятся таинства крещения и венчания. В любой день и час можно прийти и посетить восстановленную святыню. Понравилось очень своим величием таким. Энергетика чувствуется сильно. Во-первых, мощи Спиридона Трифоновского. Это, я считаю, большая заслуга. Но само убранство мне нравится. Красивость, просторное, светлое. Чувствуется такая энергетика хорошая здесь. Какое-то прям умиротворение. Впервые посетила собор и коренная тверичанка Оксана. Конечно, делится прихожанка восстановление святыни – большое дело. А для ее семьи и вовсе событие. Ведь ее бабушка была прихожанкой того старинного собора. Она еще девочкой с мамой ходила сюда, а потом его взорвали. Ну, храм, конечно, да, не знаю, как можно было это сделать, очень красивый. Я думаю, что все-таки нужно вот именно сейчас, в это время, когда вот мир такой неспокойный, и как бы у нас ценности многие потерялись, я думаю, что это надо было. Все-таки это людям дает какое-то спокойствие, веру, может быть, в хорошее, в будущее. Восстановление святыни началось в 2014 году. Чтобы новый собор был максимально внешне похож на прежний, во время строительства опирались на сохранившиеся до наших дней старые чертежи и снимки здания и внутреннего убранства. Так был изготовлен и смонтирован величественный иконостас, рассказывает ключарь собора отец Сергий. Количество икон и количество ярусов, да, конечно, оно было создано по образцу того, который был утрачен. Но в целом это новый проект, это новый иконостас, изготовленный в мастерской. А иконы написаны нашими тверскими мастерами, которые имеют артель. Конечно, старинные иконы и церковная утварь в советское время в большинстве своем были утеряны. Но и новые стены уже бережно хранят в себе святыни. Реликвия, башмачок и икона благоукрашенная, икона святителя Спиридона, епископа Трифоновского. Также сюда были принесены ковчег с частицей мощей святого благоверного князя Михаила Тверского, основная рака, с частицей мощей которого сейчас находится временно в Воскресенском кафедральном соборе. Также есть частицы мощей святой благоверной великой княгини Анны Кашинской, частицы мощей святых святителей Тверских, частицы мощей Иоакима и Анны и часть покрова Пресвятой Богородицы. На 2024 год грандиозные планы. Дальнейшая работа по внутреннему устройству, поделке фасада и другие. Кроме того, в соборе будет вестись активная общественная жизнь. Заработает просветительский центр. При всем этом будут продолжаться службы. Глава региона Игорь Руденя в преддверии Нового года отметил в интервью нашим коллегам в прямом эфире телеканала «Россия-24», что работа по благоустройству нашего исторического центра даст возможность нам укрепить свое место как центра духовной культуры Центральной России. Я еще помню, старший патриарх Алексей, когда приезжал в Тверь, он сказал такую очень интересную фразу. Когда восстановят Спасо-Преображенский собор Твери, сюда вернется дух. И это очень важно, потому что дух Твери – это дух созидания, дух труда, это дух милосердия. Настоятель возрождаемого Спасо-Преображенского кафедрального собора митрополит Тверской Кашинский Амвросий. Он также провел несколько богослужений. В том числе 7 января в соборе состоялось первое за столько десятилетий богослужение, которое собрало множество горожан, несмотря на лютые морозы.